Всем привет, с вами Swordflame, и мы продолжаем проходить Мамадора, Reverie The Under Moonlight, что переводится как Мамадора «Мечты под лунным светом». Мамадора — это, как я понимаю, имя, и имя, скорее всего, нашей главной героини. Так как предыдущие части, по крайней мере третья, тоже носит название Мамадора, но вроде бы просто три, хотя у нее может есть и более полное название. Как мы помним, мне надо сходить наверх, посмотреть, что там, а направо будет босс, но я сперва, как и говорил в прошлый раз, стопаю и посмотрю, что у нас наверху. И направо. Не плакат, хотя картина какая-то странная. Достаточно современная девочка в очочках, в свитере современном. Разве для мира игры это нормально? Опа. Я все-таки упал. Поначалу мне показалось, что... Что вроде как я там стою на воздухе, может какой-то скрытый проход. Но либо это баг, либо все-таки часть я там простоял, может так можно. Ну да ладно. Эти мечники не кисло так дамажат по нам. Хотя они, конечно, легко убиваемы. Значит, в этот раз я слишком много пропускаю ударов. А в тот раз вообще почти не пропустил. Зато я проиграл. Не понимаю, кто меня отравляет. Мои же яды, что ли? Да, похоже, я от своих же стрел получаю яд, если подхожу. Реализм? Вот так вот нежданно я обнаружил реализм в этой игре. А если бы это был бы сразу ваншотящий яд, то все.
Сам устроил себе гейм-овер? Получена шкатулка ветров. Опа! Шкатулка ветров! Та коробочка, которая перед входом в эту локацию, где надо было 4 эмблемы, справа, там можно было изучить, какая-то будка стояла, и там вот как раз-таки эта штука была, похожая по внешнему виду на коробочку. Шкатулка ветров. Магия ветра. Деревянная шкатулка для магии небес. В этой шкатулке сильный ветер. Пробуем использовать. Может, это нас куда-нибудь перенесет, если там это заюзать? Надо будет это обязательно проверить. Но сперва пойдем к боссу. Перед этим сохранившись, естественно. Скелет ушел в текстуру? Типа там секретный проход? Или как это? Да, там секретный проход. Мне враг показал секретный проход. Вау! Это, наверное, первая игра, где я вижу, чтобы мне враг показал секретный проход. Так, а назад мне еще не вернуться. Используем шкатулку, может быть. Вот, и что? И... Ха-ха, и как мне вернуться? Конечно, все понимаю, но я хотел бы вернуться. Вы мне предлагаете обойти наверх, налево, вниз? Вот уж на. Ну да, нам придется заняться бэктрекингом. Видите, я не могу допрыгнуть. Я этого не ожидал. Но... Так. Надо наверх. Но все бывает. В любом случае, мы нашли шкатулку. И не зря туда походили. Вот если было бы зря, и потом бы трекинг, это могло бы разозлить. А так мы нашли что-то интересное. Череп, не хочешь со мной поговорить? На тебе, шкатулка ветро. Так, это усиливает так и ценой здоровья. Быть осторожнее, а то я так могу и не дожить до сейва. Так, это... Нет, враг, нет, пожалуйста.
отлично. Ох, мне удалось это сделать. На СП я могу сейчас использовать ТП и перенестись на одну из локаций. Город Кар, Святая Роща. Кладбище. Давайте посмотрим так. Святая Роща. Самый левый. Опа, вот я здесь смогу направо заодно тогда пройти и посмотреть. Перед тем, как идти к боссу мы всегда успеем, мы главное знаем, что там. А вот, что здесь, мы не знаем. И поэтому исследуем сперва, что здесь. Так, направо. Ага, туда может кот попасть. И здесь еще увеличение максимальных хп. Неплохо. Не пустая локация. И плюс к процентику нам наверняка добавилось в разведанной карты. Такс. Угу. Ну, только путь я еще к боссу вижу. Ну и там, где заюзать эту шкатулку ветро. Надо. По скрипту нельзя спрыгнуть с лифта, если он поехал. Если уже нажали, он поехал вниз, уже не выпрыгнуть. Почему-то здесь это так работает. На удивление. Ну да ладно. Создателям виднее. Так, я сохранился где? Перенестись, Святая Роща. Мне придется по новой. А, благ здесь близко. Поспешил, забыл про шипы. Ну, бывает. Стойте. Так, город Карст. Так. Нам наверх ход. Надо найти ту штуку, где заюзать эту шкатулку ветро. Раз уж я в этой локации, то что это где-то здесь. Наверное, налево. Ладно, поисследуем немножко. Немножко бэктрекинга добавим на старые локации. Так, здесь уже Святая Роща. Нам вроде бы наверх. Да пошел ла ты, магичка или маг. Не знаю, кто ты там, неважно. Какой у тебя пол. Ты мешаешь нам. Придется тебя замочить. За такие дела. Да, и коробочка.
условно говоря, вроде юзается не там. Или там. Где это? Здесь уже другая локация. Чё ветер не подкидывает меня? Наверное, он только в тех местах особых работает, типа той будки. Надо это проверить. Но мне надо найти это место. И я не могу его найти. Так всегда, когда надо. Ты не можешь найти, а когда не надо, оно у тебя прямо перед глазами. Это в ту локацию, где я и так сейчас нахожусь. Тогда таки мне надо проходить через эти какие-то домишки. Ой, куда-то я упал, я здесь когда-то был. И здесь была битва с боссом. Город Карста, это какой колокол? То есть, у меня колоколов гораздо больше. Мы, по идее, тоже в городе Карста же находимся. Колоколов гораздо больше, чем мест, куда я могу тпшнуться. То есть, я не прямо к любому колоколу могу так на каждой локации, типа, по несколько колоколов. Типа, как-то так. Ладно. Благо, они недалеко друг от друга находятся. И на каждую локацию, по идее, из прошедших я смогу тпшнуться. Как я понимаю. Кажется, я уже близок. Если я, конечно, правильно иду. Что вовсе не факт. А, понятно, магичка, я правильно шел. Да. Да ладно тебе, отстань от меня. Противная тварь. На! А! И так тебе еще. Шли вон. Да, я понял, коробочку. Юзаем коробочку. И... и вот. Так, типа, как... что-то крутиться начало. Зачем это нужно? У меня ход вниз открылся, кажется. Как я понял, вот здесь. Что в описании еще раз написано? Шкатулка для магии небес. Ладно. Раз я не могу уже активировать, значит я активировал. Да, открылся здесь проход. Проходим туда котом. Что здесь? Омыть кленовый лист в чае гибиска. Получен чистый весенний лист. Да, еще. Типа такого секретика.
то, я хочу полечиться. Так, надо быстро соображать и выйти отсюда. Так, давайте почитаем, изменилось ли у меня описание. А, ключевой предмет. Так, а не экипированный. Но я имею в виду клещу... Не наш. Лис, который оружие, что ли? Или как? Или это все-таки он? Чистый весенний лист. Священный зеленый лист, очищающая способность которого сильнее, чем у обычных кленовых листов. Нет, все-таки наш лист. Вот мы бьем зеленым. То есть... Это вот в игре же вроде мы как оружие основное купить не можем. Но похоже я типа проапгрейдил наш лист. Правда красный мне больше нравился. Но если этот мощнее, с боссом нам это понадобится. И мне бы нафармить еще немножко голды. Хотя можно сделать это уже в той локации, где у меня босс. Нафармить голдишки до 2000, купить канделябр, чтобы огонек был. И пойти мочить босса. О, да. Прощай, пес. Я все прощу. Да-да, королевский двор, забыл о вас. Я уже здесь был, посетил ваши эти локации. Мне они уже не страшны. Вообще. Так, ну и сменим шкатулку ветро. А, снова на дурное послание. Оно у нас. Атака ценой здоровья. Так, притягивает деньги, отравляет стрелы. Пока оставим на боссе. В принципе, притягивание денег можно будет убрать и взять что-нибудь другое. Я не помню эту девушку. Под святым покровительством Господа нашего вознесем же молитвы за души ушедших и совращенных тьмою. Прошу, Господи, смилуйся над душой бедной моей сестры, да упокоится она с миром. А ты кто вообще? Или она была здесь? Но я не помню. Так, она повторяется. Так, перенестись. Земная гробница. Пинакотека. Эй, привет, я снова тут. Ты ничего нового не говоришь, то есть самое начало локации, ну и здесь дойти недалеко. И до босса. А я заодно подфармлю до 2000 голдишку. Когда надо, голды мало падает. О, повезло. Какое-то время у меня было бессмертие. От того, что я попал на врага, но после этого попал на шипы. Шипы, благо, нас не замочили. От этого, вероятно. От временного бессмертия, раз я уже получил урон. Враг меня только спас каким-то образом. В какой-то степени. Если это можно так сказать. Правда, именно из-за него я и попал на шипы.
покупаем канделябр. Давай мне защитная темная магия. Интересно, всего лишь 300 за темную магию защиты. Че так дешево? Кадильница. Благодарю, а я-то как благодарю? Сейчас мы посмотрим. Кадильницу, куда экипировать? То есть типа заточки на оружие, как в Dark Souls, в Salted Song из End Sanctuary, ну, в Соль Убежище. Как я понимаю, так. Волшебный сосуд для воскуривания благовоний. Да, вместо притягивания денег, зачем нам на боссе-то? А черная саше, если поставить. А, это пассивные эффекты, то есть... Это даже лучше, чем заточка временная в Dark Souls или в Соли Убежище. Она постоянно будет как пассивка. Значительно усиливает атаку ценой получить урон. Как это работает, мне интересно. А, у меня теперь стрелы стали огненные, что ли? Атака. Атаки. Написано просто атаки. Ближняя атака. Я не вижу какой-то анимации. Хотя вроде как есть огонек, когда я по цели попадаю. И у меня хп почему-то пропало. Да, от атаки. Вот как черная СШ, что усиливает атаку, но я тоже получаю сколько-то урон через со временем по чуть-чуть. Так, еще проверить. Перед тем, как идти к боссу, все-таки ближняя атака бьет огнем или нет? Похоже, да. Видим, как бы взрыв такой. Окей, сохраняемся. Экипированный этим черным саше. Карта. Так, были мы там. Все, нам теперь... А, можно и вниз пойти. Ну, а это... Не в этот раз... Сперва босс. А, с этой стороны закрыто. Даже так. Ладно. Что-то меня забыл. Мне показалось, что босс сразу. Давайте-ка я пока уберу это черное саше. А то оно только хп мое жрет. Да, здесь же еще рычаг. Только потом босс. То есть если я его не замочу, мне придется рычаг снова долбить, чтобы здесь все открыть. Босс, можно подготовиться. Отправлять стрелы нет смысла ставить. Они похожи и огненными становятся. Плюс на босса вроде как не действует. Я только в спину я не совсем понял в прошлый раз. Так. О, черная саше. Ну, давайте рискнем. Если что, уберем его. А диалог с боссом мы читали в конце прошлого видео, поэтому я сейчас не буду его зачитывать. Мы его пропустим, так как босс ничего нового не говорит с тех времен. И сосредоточимся на битве с ним. И мне кажется, Магнолия тоже против нас, и она ей помогает. Потому что она же ее призвала. Ты отсюда! Да, Магнолия точно против нас. Это однозначно.
противников. Вон от меня. Так. Постойте, нам еще и Магнолию надо убить. Она синка, окей. И как-то понятно. О, с огнем атаки стали гораздо сильнее. Я же поставил сопротивление к статусным эффектам, но босс меня все равно отравил. Что это, блин, беспонтовая вещь. На, как тебе звук атаки нравится? Тупая синка. Это даже проще своей рыцарши. А, с тобой можно поговорить. Я знаю, кто ты. Ты, как и Феннел, тоже против королевы. Вы ослепленные своей верой. Королева ни за что бы не навредила нам. Ну, я не знаю, кому-нибудь она там не навредила. Так. Черная Саша тоже неплохо, кстати. Потому что она усиливает атаку, но по чуть-чуть снимает ХП, по чуть-чуть, а не так много. Хорошо. Но ставим притягивание денег, оставляем кадильницу. И все. Ясный осколок я так и не нашел пока. Куда он? Зачем? Как бы все локации достаточно светлые. То есть я либо пропустил что-то, либо что-то еще будет. Либо я пропустил какой-то секрет. 79%. Дайте мне колокол новый, чтобы не возвращаться. Спасибо. Как игра послушно-то выполнила, что я у нее попросил. Можно далеко-далеко направо. Пойдем вниз. Ага, здесь стало потемнее. Карский дворец. Я могу заюзать и даже поставить здесь слезку феи. А нет, этот. А, да-да-да. Так, где? В активных предметах. Окей. И что, типа стало светлее? Вроде как да. Да, кадильница добавляет урон и к ближним атакам, и к дальним огня. И это круто. Универсальная штука, и она определенно стоит своих 2000. Эти штуки меня заваншотят как шипы? Я надеюсь, что нет. Но почему-то я их боюсь и думаю, что могут и заваншотить. Но благо я сохранился, поэтому все не так опасно. Даже огненные стрелы, по-моему, лучше ядовитых. Ну, конечно, урон добавился от того, что я проапгрейдил свой лист. Тем, что решил проверить локации и правильно сделал. В таких играх особенно стоит искать секретики и всякие скрытые штучки. Всякие полезности. Котярка, привет. Мяу. Добро пожаловать в Карский дворец, человек. Черное платье. Жертвенная дева из лун, полагаю. Мяу. Возможно, даже такой способ нас уже не спасет. Мяу. Ха-ха-ха-ха. Прикольно.
Есть озвучка мяуканья. Какой-то рычажок. А, нам мостик, наверное, добавил. Наверное, до этого здесь, типа, мостика не было. Может быть. Хотя мы же могли перепрыгнуть бы. Спокойно. С помощью нашего воздушного дэша. Так. Ну, берем. Пока свет, пока светло. Эти штуки как в Марио, крутящиеся и на полу, и на потолке. Ага, предлагаете пойти наверх и направо. Я выбираю направо сперва. Молимся. Конечно, здесь теперь закрыто. Наверное, надо было идти наверх сперва и там что-нибудь активировать. Магички, одни магички. Ненавижу магичек, потому что они бьют на большом расстоянии. Так, шипы. Там типа тупик, похоже. Здесь есть платформа. Эй, уходи оттуда, да-да, ты ничего не видел. Никого нет. Совсем. Глупый скелетик. Резко-то. Воу. Опа. Резкий как понос. А как мне запрыгнуть? А я не могу запрыгнуть. Ну и ладно тогда. Хотя, может, конечно, с той штукой, которая ветерок дает, как-то можно, но я пробовал, как вы видели. Это так не работает, либо я чего-то не понял. Или я чего-то не знаю про эту штуковину. Я теперь понимаю, почему ближняя атака не отравленная, а только стрела, потому что мы бы сразу получили яд в себя. Атакую врага такой атакой. Вот он. Здесь лестница, отлично. Я думал спрыгнуть, лестницы не будет. И что типа просто как шоткат, но... Придется обходить. Скоро, возможно, босс тогда, раз такой шоткат, сразу к сейву. А, это как предположение мое. И где-то сверху
Там где-то направо можно было. Вот-то. Так, а где там направо? И наверх. Ладно. Локация для босса, очевидно. Вперед и кровавая луна. Нет, пока не босс. Но, возможно, он здесь будет. Прямо на этой дороге. Нет? Ну ладно. Я не против, если бы там был босс, но его там нет. Ну ладно, я тоже не против. Можно спрыгнуть вниз, но не вернуться. Используем кота тогда сперва и посмотрим. Мистер Кот, куда ты нас приведешь? Чисто для увеличения максимального количества хп. Но это того стоит. Определенно, да. Хп всегда того стоит. Увеличение максимального количества. Вот тут как бы... можно рискнуть. Но мне кажется, мы не долетим. Поэтому надо вернуться, обойти, забраться наверх, посмотреть те два пути. Я, пожалуй, так поступлю. Перед тем, как рисковать. Если там уже ничего не будет, тогда уже вернемся и рискнем перепрыгнуть через те шипы. С помощью дэша, но мне кажется, мы можем не долететь. Просто-напросто. Так. Налево и наверх. Ага, наверх. Это там. Правее. И направо тоже правее. И как же мне туда попасть? Возможно, я и не смогу туда сейчас попасть. Неужели вы мне предлагаете прыгать все-таки через шипы? Похоже, да, игра мне только это предлагает. Ну ладно, рискнем. Поскольку я не знаю, куда еще тогда идти-то. Хм.
Надо убить врагов, чтобы не мешались. Перед тем, как смотреть карту. Если мы не через меню ее открываем, то враги все равно нас могут атаковать. А, вон там черный квадратик, но как бы я там... Как бы был, но наверняка я там какой-нибудь 1% надо. Если для открытия максимальной карты. Мы же не допрыгнем. Вот как бы вот вообще. Спорно. Возможно, это реально. Все-таки допрыгнуть. Давайте попробуем еще. У нас нет других вариантов. Или только искать что-то секретное. По идее, в этой локации надо идти. Что внизу-то просто тупик. Может еще попозже прыгнуть. Дай. Я ощущаю, что сейчас это будет очень долгие попытки все-таки пройти это место. Если, конечно, там реально это перепрыгнуть. Я могу прыгнуть, дэшнуться, еще немножко подпрыгнуть. Или два раза. Кажется, надо сперва дабл сделать. И все-таки потом, как я и делал до этого. Давай. Отлично. Это реально. Фух. Это был прыжок веры. Теперь бы сохранение. А вы мне посовываете еще шипы, еще врагов. Только не подсуньте мне босса, не дав сохранения. Ничего себе, эти мелкие вооруженные в этой локации уже вообще бомбу себе приобрели. Нахальцы. Налево, направо. Направо, налево, налево идем. Благо у нас 7 колокольчиков хпшки, чтобы отрегенить, уже 5 и большая полоска хп. Поэтому мы выживем. Ох, сколько голды. А, я думал, здесь будет проход туда. Значит, наверное, наверх поднимемся и будет проход туда. Еще внизу есть направо. А нужна ли мне это вообще еще голда? Будет ли что-то еще стоящее? Или может было, но я пропустил, но как-то это не мешает мне пока проходить. Вполне. В принципе, даже если я пропустил бы вот этот канделябр огненный и не купил, все равно как бы все проходимо. Воу! Типа рядом босс? Что с тобой? Кахо? Ах, хахо. Прошу, останови мои муки. Либо да, либо нет. Давайте нет.
есть был выбор, теперь уже нет выбора, если я зайду. Получен страстоцвет. А если бы я убил ее? А так она сама умерла или нет? Что-то я не пойму. Страстоцвет. Полностью восстанавливает здоровье. Редчайший цветок с кладбища белого листа. Один. Тоже будет регениться на сохранялке. А если да, то неплохо. Дополнительная хпшка. Очень клевая. Так, дурное послание. И колокол. Ура, колокол. Вернемся вниз и направо ступаем. Наверх мы всегда успеем. Возможно, если бы я ее выбрал убить, я бы ничего не получил. А может быть, получил бы какую-нибудь другую штучку. Кто знает. Но после прыжка веры это жалкое подобие. Получен колокольчик. О! Максимум лечилок 8, и у меня 777. Золотишко! Бинго! Я выиграл! Ха-ха! Отлично. А как мне теперь вернуться? Похоже, я сюда... Похоже, я зря сделал это, что пробежался по ним и не оставил. Но нет, здесь можно все-таки перепрыгнуть. Ух, хвала платформам и моему прыжку. Даже каким платформам? Платформы меня подставили, хвала моему волшебному дэш-прыжку. Те шипы по земле еще прокатились. А, понятно, как работает штука. То есть сразу отбирает часть хп и временно меня бафает. Окей, буду знать. Возможно, применю на каком-нибудь боссе. У нас так много исследовано, возможно, скоро последний босс, если новой карты не будет.
А, магичка, но красная почему-то. Музыки даже особо нет, просто звуки всякие такие в локации. Что, какой-нибудь ангел-босс? Все-таки на подобной локации есть босс. Только хпшки нету. Типа мини-босс? Может мне вообще не атаковать? Я не понимаю, надо ли кого-нибудь атаковать из них? Они меня атакуют? Я должен вычислить, какая настоящая, что ли? Или я могу любую атаковать? Похоже, если я атакую и сразу пропадает, это не настоящая. А вот это, похоже, настоящая. Ну, по крайней мере, по логике, логично, что это так. Нету полоски ХП. Это специально или это мини-босс? Как вычислить, где настоящая? На рандоме? Или она по-другому подсвечивается? Так. Красным. Да. Это мини-босс. Как типа тот рыцарь, который был до этого в игре. Полоски нет. А вот я добрался сюда. Наконец-таки. А, я нашел матового жучка. Пока. Как тебе шипы местные, нравятся? Передавай привет, и ты тоже. 96%. Понятно. Магичка. У них такой противный визг. Ну а еще одна-то. Поперли. Эй, ты чё этот дерзкий-то такой? Чё это? А? Задерзили. Отлично, сохранение. Возможно, это последний босс сейчас. Если в игре только одна карта. И, конечно же, я не буду на этом прерывать видео, а пойду и посмотрю, что там. Попробуем замочить. Если, тем более, это финал игры, было бы глупо здесь заканчивать. Но, может, это и не финал. Я не могу быть точно уверенным, прохожу игру первый раз. Вот. А было бы классно, если бы эта подставочка, это и был босс. Там, типа, мозг, Колби. Заклятая королева Карста. Так, где она? Хватит меня своей геометрией атаковать. Так. Что-то она больно атакует.
что, все? Давай вторую форму, ну конечно же. Вторая полоска ХП. Вот. Что это? А. Как я тут выживать-то? Так. Поставить другую. Вещилку. Защитная форма. Так, я в безопасности. Окей, я нашел мертвую зону. Легко догадаться. Определенно новая лечилка мне помогла. Хотя босс, в общем-то, несложный. Опа. Еще. Одна, похоже, я зря сказал, что он несложный. Он слишком его много. Да. Третья форма. Серьезно, третья форма. Как бы по полной. Так, ладно. Мы должны сделать это. Королева. Как Дракула. Только здесь королева. Мы сможем, я знаю. Давайте. Так, притягивает деньги. Если поставлю еще и отравленные стрелы. Нет, не больше денег, а... Отравленные стрелы. И атаки огнем они будут и отравлять. И огнем бить. Клево. Ну, камон, камон. Я знаю все, что ты можешь. Я уничтожу тебя, злая ты ведьма. Вторая форма, я готов. Так, возможно, я рано забафался. Посмотрим, как долго будет баф на мне этот лежать. Недолго. Бомбит. Этим дамажит. We'll be right back.
Последняя форма. Давай, я готов. Блин, снова рано забафался, ну чё ж так долго появляешься-то, ну давай. Сейчас весь баф пропадёт. Блин. Не так. Сделал, не надо было. В принципе, надо постараться потратить как можно меньше лечилок на первых двух формах. Я и не скажу, что третья сложная, но просто вопрос в том, что дамажит. Особенно вот эти круги, когда белые, очень сильно. Но благо лук с отравленными стрелами, так. Давайте поставим отравленные стрелы. И огненные неплохо сносят ему. Даже ей, но он босс, а она, ну это она, да, лишь королева, значит она. Потратил 3 лечилки, и вот она последняя форма. Я готов. Определенно. Бафнемся. We'll be right back.
средняя форма, я надеюсь, была. Просто слишком много, ну, для одного босса. Ну, пожалуйста, хватит. Я не против, сделайте тогда лучше еще одного босса. Куда мы делись? Нас куда-то как будто от ТП-шнуло. Может, из замка? Когда проклятие с востока поразило и деревню Лун, то деревня снарядила жрицу со священной миссией — запечатать проклятие. Жрица одержала победу над тьмой и остановила проклятие, вобрав его в свое тело, но сама растворилась в воздухе. Теперь же ее история — лишь далекое воспоминание, что передается из поколения в поколение. И все же, дух упорства ее живет, наставляя юных жриц на путь к миру. Так, если это приквел, то может быть как в сливаниях, в следующих частях мы будем играть уже за других жриц? Выходит, как бы не совсем хэппи-энд? Мы впечатали в себя это зло, и... Ну и теперь мы можем... Или все-таки хэппи, мы впечатали в себя это зло, но можем все равно существовать и подготавливать других жриц. То есть зло еще в мире есть? Это интересно. По идее, я карту нельзя проверить, но... Было 97% до битвы с боссом, плюс эта комната битвы с боссом, наверное, 100%. Это если карту смотреть. Но я по-любому не все нашел. Я не всех жучков нашел. Я точно не все предметы покупал и пробовал. А возможно, все основные я купил, попробовал. Так, на русский Юрий Громов сделал. Спасибо тебе. В игре, конечно, в игру, конечно, спокойно можно знать, играть и даже пройти без знания языка. Здесь нет ничего такого в ней. Но все-таки, если понимаешь язык, то получше. Поскольку все-таки есть диалоги в игре, пускай немного, но так ты больше погружаешься в события и особенно вот эти последние фразы, что стало с нашей жрицей. Значит, мы все-таки не маленькая девочка, а подготовленная боевая жрица. Поддержали нас на Patreon. Или на Patreon. Непонятно. Сейчас, кому не лень, все начали себе Patreon делать. Хотя западные ютуберы давно уже его себе завели. Да и сейчас все больше русских ютуберов начинает делать. Но не знаю. Есть как бы смысл, в принципе. Если в этом смысл, в принципе, донатить можно и через другие любые сервисы всяким ютуберам, но не написано. Кто-то говорит, что через Patreon якобы удобнее. Но здесь, скорее всего, кому как. Потому что, например, тоже Kiwi. Тоже удобно вроде как. Не знаю. В любом случае, можно несколько сервисов делать, и кому как удобнее будут скидывать. Вопрос только в том, какие из этих сервисов беру себе процент, например, и сколько. Но это уже совсем другая история. Спасибо, что играли в нашу игру. Спасибо вам за отличную игру. Да, она простенькая. Ну как? В меру простенько, это на нормале я играл, на харде, возможно, еще более хардкорно. Она интересная, да, пускай не так много видов врагов, но она хорошая. В отличие от той игры, которую я показал в своем втором выпуске. Осмотр инди-трешака, Pixel Loot, Princess и что-то еще вроде бы. Да, вроде еще там какое-то слово было. Там было скучно, там нету баланса в хардкорности, в отличие от этой игры.
Там убогая музыка, там нету такой атмосферы. А здесь у нас и сюжет, и атмосфера, и секретики интересные. Совсем другое дело. Поэтому есть разница. Вы точно хотите перезаписать? В таком случае вы начнете новое путешествие с самого начала, но с некоторыми изменениями. Интересно, с какими? Да, мы это все читали. Все то же самое. Так, это супер крутые жрицы. Видишь, они сражаются одним кленовым листом маленьким. Что, у нас сохранились? Понятно, у нас типа все сохранилось, что мы нашли. Я так и думал, что так и будет. Только... А какой смысл? Ачивки добить? О, стойте, монетка какая-то появилась. Так, 8 жучков я собрал. Да, даже апгрейд листочка сохранился. Монетка. Нехитрый подарок, важный как память. Возможно, для чего-то нужна какого-нибудь НПЦ. Помните, была девочка, которая сказала, нам уходи, был какой-то чертенок, был какой-то черепок. Это... Какие-нибудь секретики, наверняка, или для ачивок, или для ачивки еще чего-нибудь. Но эмблемы нам не сохранили, чтобы мы сразу не могли пойти к последнему боссу. Вся карта 98%. Или здесь нету последней локации, вроде как есть. А комнаты с боссом... Но в любом случае... 98% не так плохо. Естественно, не на 100% игру прошел, но 98% сюжет прошел, много нашел чего интересного. И игра была классная. Надо будет посмотреть, есть ли русский язык на третью часть. Потестировать третью часть. И если все будет нормально, будет русский язык, возможно пройти ее. Мне стало интересно. Правда, конечно, я бы поиграл еще в первую и вторую. Если вы знаете, где их достать. Ну, либо мне придется самому погуглить. И можно ли их достать на ПК, то напишите об этом в комментариях. А мы с вами прошли очередную классную игру 2D-шную. Всем советую, если вы любите Кослевании. Да, она простенькая по сравнению с какими-нибудь старыми Кослеваниями. Но она определенно неплоха. А с вами был Swordflame. Всем пока!